Ну вот сейчас посмотрю еще, как с другой стороны братья трудятся. Вот. С другой стороны дома. Здесь вот у нас был соседский участок, и тут был двухэтажный дом. Его разобрали, убрали отсюда. Вон там братья трудятся. Сколько вот чистотел везде. Вообще удивительно. Вот он, желтые цветочки. Сырень. Тут тоже какой фундамент у нас. Вот тоже подковыряли тут угол. Сделали. Тоже все на столбушках стоит. Столбушки подняли, дом стал оседать сразу. Тут такое строительство было раньше. А, это Игнатьев насчет про этот угол говорил, да? Что сосед его там к забору ушел. Да, к забору. Вот. За забор ушел. Ага. Да. Это он зря, конечно, сделал. Это надо забор тогда надо разбирать, да? По идее-то. Ну, это не хочу разбирать. Или туда за забор заходить. Да, с хозяином никак не делать. Ну да. Ну иначе, значит, хочет сходить до него. Да. Ого, ничего себе. Какой клад ты нашел, Сергей Павлович? Не по-детски. Так, ладно. Пошел я дальше. Все, слава богу за все. Вот. Это вот здесь вот братья трудятся. Здесь вот у нас внутренняя сторона. Вот. Это вот здесь вот дом сам выглядит. Вот. Тут виноград. Это уже храм. Слава Богу за все.